2020 для ЗАГСов всего мира, пожалуй, нетипичный год. Как пандемия повлияла на количество браков? Несмотря на то, что происходит во всем мире, у нас браков стало больше по сравнению с прошлым годом. И подача заявлений все равно не прекращается. Очень маленькое количество людей отказывается. По понятным причинам массовые мероприятия, массовые праздничные мероприятия рекомендовано свести к минимуму. Будем надеяться, что так оно и есть. А вот какие рекомендации по проведению церемонии бракосочетания в ЗАГСе даете тем, кто к вам обращается? Когда приходят граждане, первое, что мы говорим, что на сегодняшний день рекомендовано не более 10 человек проводить торжественные регистрации, поэтому им предлагается либо перенести на более позднее время, либо уже на следующий год. Люди прислушиваются? Вы знаете, как-то не совсем. Есть, но их очень маленький процент, кто перенес, либо кто немножко отложил на более позднее время. Люди в масках, возможно, празднично декорированных, присутствуют на церемонии? Ну, пока не было. Летний сезон только начинается. Может быть, что-то будет еще, потому что вот только-только начался такой летний свадебный сезон. Поэтому, может, что-то будет интересное, красивое в виде маски. Говоря про рекомендации в связи с эпидситуацией, какую информацию даете тем, кто приходит в ЗАГС? В ЗАГСе на сегодняшний день просьба там обработать руки, приготовить заранее документы, просим снимать обложки с паспортов, по возможности, чтобы были маски, и мы не пускаем в кабинеты. То есть каждый специалист по своей работе выходит за документами, забирает, люди сидят в холле, и специалист потом им выносит документы. И для безопасности посетителей, и для безопасности ваших коллег. Конечно. Карина Сергеевна, могу предположить, что выездных регистраций стало больше? Нет, на сегодняшний день как-то вот в этом году, ну, лично в нашем ЗАГСе не совсем пользуются этим спросом, как бы, может быть, будет две пока, но они еще не подавали заявление, то есть пока буквально были предварительно записаны. Я, к сожалению, не отвечу, чем руководствуются граждане, принимая это, ну, как бы желание в ЗАГСе зарегистрировать, либо выездная. Однако такая возможность сегодня есть. И да, ваши коллеги, да, не в ущерб регистрации в отделе ЗАГС, готовы выехать на любую или на практически любую выездную площадку? Ну, практически на любую. Оговорено в законе, какие места выездные считаются. То есть это не просто там лужайка, это определенные там дворцово-парковые ансамбли, например, к празднованию торжества, то есть, ну, архитектурные какие-то здания, памятники. И здесь все-таки нужно разделять регистрация, проведенная специалистами отдела ЗАГС, и регистрация, проведенная приглашенным ведущим, к примеру. Ну, конечно, потому что право на регистрацию брака есть только у работников органов ЗАГС. Поэтому иногда молодожены прибегают к тому, когда, ну, мы не можем выехать в ущерб тем, кто расписывается в нашем ЗАГСе, то молодежь, как правило, просто расписывается, забирает рано утром документы, и уже кто-то проводит их церемонию, скажем, на месте, там, как им уже удобно. Карина Сергеевна, а вот еще актуальная проблема, как повод к размышлению. Ведь действительно статистика говорит, что большее количество браков в стране, я так понимаю, в Гомельской области, заканчиваются разводами. Это так? Ну, к сожалению, это, да, на сегодняшний день такая есть. Как видят ваши коллеги и вы, как можно влиять на проблему? И почему она так остро звучит для Беларуси, да и не только? Честно, даже не знаю. Люди стали больше легкомысленно относиться к этому шагу. Я думаю, да, в этом вы правы. Мне кажется, как и вступая в брак, иногда не задумываясь о том, что это ответственный шаг, и ты берешь ответственность на себя и за будущее детей. И когда, наверное, сейчас, наверное, вседозволенность есть, как бы я так его назвала, и вот это неумение слышать друг друга, неумение, ну, как-то договориться, и вот этот всплеск эмоций приводит к тому, что прибегают как бы в ЗАГС, подать заявление, даже не разговаривая с друг другом, находясь в ЗАГСе. А маленький тоже процент, который забирает заявление, как правило, все решено. Хотя возможность такая есть. Примерно месяц заявление лежит, да, в ЗАГСе. Ровно через месяц назначается день. На сегодняшний день срок этот не сокращается ни по каким причинам. Месяц. Ну, это только в ЗАГСе. С 1 июля 2020 года при подаче
заявления на развод в ЗАГСах Гомельской области начнут предлагать возможность консультации с медиатором. Как думаете, доверятся ли люди здесь постороннему? Мне кажется, это будет зависеть каждый индивидуально. Кто-то захочет рассказать, и кому-то это надо. Может быть, есть какая-то проблема, где надо на самом деле просто выговориться. А некоторые, конечно, которые все решено и точка, тогда нет. Спасибо, Карина Сергеевна, за информацию. Успехов в делах и до встречи в эфире. Всего доброго.